Кожа – мягкий и прочный материал, долговечный в носке. Из него можно изготовить самые разнообразные изделия – одежду, модные аксессуары и игрушки. Нынешней весной кожаная одежда – лидер модных тенденций. Натуральная кожа – достаточно прихотливый материал. Чтобы работать с ним, создавая безумно оригинальные изделия, необходимо не только профессиональное умение, но и креативное мышление художника. Своим клиентам мы можем предложить идею создания индивидуального образа и ее воплощения, начиная с одежды, заканчивая подходящими аксессуарами, сережками, воротничками, кольцами. Наши изделия отличаются тем, что они создаются в основном в единственном экземпляре. Для каждого клиента неповторимая модель и, конечно, отличное качество. Главное – это личность каждого клиента, особенности его фигуры, чтобы подчеркнуть самое прекрасное в нем. Работа в творческой мастерской Амели начинается с создания эскиза будущего изделия. Идея тщательно прорабатывается, согласовывается с заказчиком. Затем подбирается материал, и только потом начинается, собственно, пошив. Главный принцип – создание уникального, единственного в своем роде предмета одежды или аксессуара. Все, что создается в этой мастерской – эксклюзив. Этот принцип воплощен и в символе Амели – мишке, который вручную создается из натурального меха. Меховой талисман служит антикризисным средством. Главная его функция – огромный заряд положительных эмоций, и он делает это на все 100%. Мишка – это то, что помнят все. Поэтому он стал как бы нашим логотипом, символом. Мишка значит Амели. У каждого мишки неповторимая мордочка, собственное имя, индивидуальные аксессуары. И он предназначен особо любимому человеку, который станет его единственным хозяином.